У гэтую неделю, 11 липеня, податковой службе Беларуси исполняется 31 год. Ее главная задача – выполнение доходной частки бюджета и контроль за своечасовой выплатой податков. Наогул, их концепция нацелена на попереджальную работу и ориентацию плательщиков на добросумленное выполнение обязательств. Так, на Гомельщине доля податков, которые выплачиваются доброахвотно, выросла амаль до 99%. Для зручности взаимодействия податковая служба развивается электронные сервисы и онлайн-послуги, например, особистый кабинет плательщика. Зараз 40 тысяч субъектов господарения, это больше за 92% у нашей области, ведут улик дистанционно. До особистого кабинета подключено амаль 140 тысяч физических особ. Параллельно удосканаливается и система вочных взносинов. У нас в области из 12 инспекций открыто 6 ЦОПов. Это центр обслуживания плательщиков, где любой человек может получить весь необходимый спектр услуг, может, ему будет оказана помощь, в том числе и консультативная. То есть сегодня по результатам работы за 6 месяцев оценка удовлетворенности работы наших центров обслуживания плательщиков, именно сами плательщики оценивают, это 95% удовлетворенность. За 5 месяцев этого года в регионе провели 662 проверки субъектов господарения и физических особ. Больше за половину из них – камеральные. Это проверки, которые не оттягивают плательщика от выполнения им непосредственных функций. Такий контроль дает возможность самостоятельно выправить помылки и доброохотно унести платежи без применения санкций.